Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. Я, как всегда, рад приветствовать вас на канале ПАР. И хочу всех нас поздравить с замечательным событием. Нас уже 5000 человек. И всех нас объединяет любовь к аквариумистике. Скажу честно, эту цифру я хотел увидеть 10 января, когда был день рождения канала. Но, увы, задержался результат аж на 10 дней. Кстати, хочу сказать огромное спасибо за материальную поддержку следующим подписчикам. Happy Boy, огромное спасибо за многочисленный донат. Виталию Бондареву, Серому Горелому, Алине из Нижнего Новгорода, сестрам Милкумян, Москва, Наталья из Костромы, вам, Наталья, тоже привет. Подписчику Сайф, Кумпейк и тем, кто не оставил свои имена и ники. Спасибо всем вам, друзья, спасибо огромное. Как я и говорил, все деньги пойдут на проект «Разводня». Также я обещал, что сразу после того, как нас будет уже 5000 человек, выйдет видео про Коломоихта Колобарского, или, как его еще называют, рыба-змея. Обещание сдержу, так что встречайте это видео в ближайшее время. А также стоит поговорить о челлендже по алфавиту. Те из вас, кто следил за челленджем, знают, что я передал каналу Донецк Аква букву «Ж». Но сначала у этого канала что-то не получалось, потом не могли подобрать тему, и в итоге сообщили о том, что им некогда заниматься челленджем. Не беда, друзья. Я знаю, что есть подписчики, которые такому отношению были расстроены. Я читал ваши сообщения ВКонтакте и отзывы в видео по челленджам на букву «Е», которая было с нашего канала, но я обещаю вам, что на этом челлендж не заканчивается и пойдет дальше. Поэтому я букву «Ж» передаю каналу, который уже принимал участие в этом проекте и который точно сделает видео на букву «Ж». Это канал «Скалярики». Напишите ему об этом обязательно, он точно будет ждать этого сообщения. Ну что ж, друзья, впереди нас ждет еще один рубеж в 10 тысяч подписчиков. Надеюсь, это случится к новому 2019 году, а пока мы этой цифры не достигли, напишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в этот знаменательный день на канале ПАР. Какое-нибудь оригинальное видео, какое бы вы сами хотели увидеть, или прямую трансляцию, или еще что-то. Мне очень хочется сделать какое-нибудь особое видео, когда нас будет 10 тысяч человек. Обязательно пишите в комментариях, я буду с нетерпением ждать. Еще раз всех нас я поздравляю с этим замечательным днем, 5000 подписчиков. Спасибо вам за доброту и теплые комментарии. Люблю вас и до новых встреч в новых видео. Пока.